Мы на месте. Мы приветствуем Лилию, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она говорит, готова, устала от них. Хорошо, голограмму ты видишь, да? Голограмма у нее впереди, она ее держит, а в другой руке у нее такая плетка, и у нее несколько расслоений. Вот так вот. Давай уберем голограмму, наверное, и плетку, или что у нас еще? Да, убери это. Хорошо, даю команду, значит, 3 сканер сканирует и отключает голограмму и эту плетку полностью. Это все выходит из ее биополя и отправляется в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Так лучше, Лилия? Так лучше, да. Хорошо. Она нам разрешение дала, да, Вера? Да, дала. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Лилии под ногами. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Лилии. Находит все. Значит, у Лилии гуманоид. Угу. Небольшой конструкции в области головы и шеи. Он Синий в дракон. Он в клетке, да. У нее джин, инкуб и демон. Демон. Какой демон? 11 герц. У синего дракона с цифры над головой. 1453. Снимаются все маски, голограммы, все сущности предстают в клетке согласно своему эфирному коду ДНК. Никто не изменился? Нет. Хорошо, гуманоид, откуда ты? Я с Уты. Такое ощущение, что только одни вы с Уты и присутствуете в последнее время у нас в нашей матрице. Уж больно часто зачастили вы так. Итак, чья это плетка? Инкуба. Чья это голограмма? Инкуба. Инкуб. А что это такое? Я не пойму. И голограмму, и плетку. Тебе не кажется, что это перебор какой-то у тебя, а? Тебя просил кто-то об этом? Сама то. Хорошо. Так, умоляет суд. Считай цифру джина над головой. Подожди, он говорит, что да, замуж хотела. Считай, что я в жены взял. Она что сказала? Инкуб, приходи. Я только тебя желаю в мужья или что? Что ты мне за бред несешь здесь, инкуб? Ты вообще, ты понимаешь, где ты находишься сейчас? Ты спросил, я ответил. Хорошо, сколько ты находился в биополе в ее? 4 года. Демон, сколько ты находился в биополе? 8 месяцев. Джин, считай цифру джина над головой. 806. Сколько ты находился в биополе, джин? 2 года. 2 года. Синий дракон. Сколько ты находился в этом биополе? 3. 3 что? Года. 3 года. Хорошо. Переходим к реверсу энергии. Все знают, где они находятся. В процессе реверса я буду задавать вам вопросы. Вы должны будете на них отвечать. Хорошо. Я даю команду тонкой копии Лилии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственные за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Лили. Энергию страха, энергию неуверенности, все, что она могла получить от них, все негативное возвращается к ним. Пошел процесс. Кто был ответственен за ком в горле? Блок в горле. Это конструкция гуманоида. Конструкция гуманоида. Хорошо. Где она находится, эта конструкция? Клетки. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Выстраиваю канал и к этой конструкции процесс. Усилию все в 100 раз. Что возвращается в эту конструкцию, Вера? Ну, ей возвращается какой-то ослепительный свет. Ей очень трудно решение принимать с ним. Сколько ты находился в биополе, гуманоид? 1 год и 3. Какая цель твоей подключки? Эксперимент над чувствами и осязанием в человеческом биороботе, связанный с потоком энергии разного плана и характера.
Ты имеешь в виду воздействием этими энергиями разного плана и характера, которым ты ее подвергал? Связь с органами чувств. Компонение вкуса. Она тебе давала свое разрешение на этот эксперимент? Прямого разрешения не было. Хорошо, значит, это нарушение всех правил. Хорошо. Но на определенном уровне мы договорились. На каком определенном уровне? Что ты мне за сказки рассказываешь здесь, гуманоид? Ты вошел обманом в ее биополе, насилием вошел, установил насилием в ее биоробот, эту конструкцию, начал на нее воздействовать, и после этого начал спрашивать ее разрешение? А реверс закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Лилия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Что идет от конструкции и от голограммы? Мысли формы идут от конструкции. Вернее, это не мысли формы, а, как сказать, кусочки такой жизни, где она разговаривает, связанные с ее органами чувств. Угу. Лилия, вы видите этого гуманоида? Вы понимаете ситуацию, в которой мы сейчас находимся? Она видит, понимает. Вы давали ему разрешение на эксперимент над вами? Он говорит, нет, но может быть во сне что-то было. Я всегда мечтаю. Вы понимаете, сколько вы получили за эти год и 3 месяца от него боли через эту конструкцию, этот ком в горле? Этот ущерб, который он нанес вашему здоровью? Он говорит, что я рада, что смогу вывести его. Вы можете не только вывести его, вы можете еще ему вернуть эту боль. Вы хотите ему вернуть всю эту боль, которую он причинил вам? С удовольствием. Хорошо, отлично. Ждем окончания реверса. Демон, 8 месяцев назад на что ты зашел? На понижение вибраций. Покажи ситуацию, должен понять. Мне это слишком абстрактно. На постоянных раздумьях, Анна, неуверенность. Неуверенность, постоянные раздумья. Хорошо. Так, скажи мне следующий вопрос. Есть ли лярвы в ее биополе? И где? Серая на горле. Хорошо. Ты хочешь меня спросить за эту лярву? Хочешь ее получить? Ага. Хорошо, придет твоя очередь. Снимешь все, я дам тебе отдельную команду. Сейчас ждем окончания реверса. Реверс закончен. Хорошо, давай тогда и начнем с демона. Демон, выходи, отключайся полностью, все, что ты подключил. Рассказывай, как оно действовало. И как закончишь, скажи мне. Я дам тебе команду на лярву. Приступай. Он ее как раскачивал. Раскачивал. Какую-то меланхолию в ней раскачивал. Скажи, эта меланхолия, она в ней присутствовала. То есть ты это утяжелял, я так понимаю. Раскачивая, утяжелял, усиливал. Нет, он ее превращал в другие. А ну, более яркие чувства, которые он мог как вот этой раскачкой собирать внизу. Какие-то чувства, чтобы я получил представление, о чем идет речь? Ну, больше всего неуверенность, из которой все вытекает. Неправильные шаги. Страх. Страх. Вот это твоя чистота. Понятно. Хорошо. Страх переменам. Страх переменам. То есть это как бы как улитка, залезть под свой, или черепаха, да, вот, в свой маленький домик и бояться сделать какой-то шаг, я так понимаю, или как? Страх принять решение, страх что именно? Страх быть личностью, страх принять решение. Понял, благодарю за ответ. Он все снял. Хорошо, демон, я разрешаю тебе забрать все лярвы, которые присутствуют в ее биополе. Приступай. Он снял все. Хорошо. Так, демон, еще один вопрос. Интересуйся эмоциональным фантомом. А что нет, заберу. Ну, хорошо, время придет, когда дойдем до него, я отдам тебе его отдельной командой. Хорошо, выходит инкуб. Снимай все, что я оставил, отключайся полностью, ничего не забывай. И не делай глупостей. Это важно в этой комнате. Он ей говорит, малышка моя, мы еще встретимся, если ты, конечно, захочешь. Он отключает голограмму от нее, под которую он ее прятал. Она невидимая была. Невидимая ни для кого, понятно. Вот это вот их фишка. Для мужского пола. Для мужского пола, безусловно, конечно. Человек... А женский пол она раздражала. Откуда здесь не взяться неуверенности? Ну вот скажи мне, это реально такая ситуация с одной и с другой стороны.
Надо иметь высокую осознанность и понимание, кто ты есть на самом деле, но это очень трудно в нашем мире, если ты этого не знаешь. Поэтому, ну, ситуации нам такие даются для того, чтобы учиться. Так что сделаем лучшие выводы из этого всего. Она вовремя пришла. Абсолютно верно. Куратор привел. Если захочешь с ним встретиться, пусть к нам обратится. Итак, инкуб все снял? Да. Джин, тебе выходить не надо, собирай всю свою пыль. Какого он цвета, Вера? 806. Он синий. Синий, да, тоже? У нас вчера в этой клетке стоял 10700 какой-то джин. Сегодня 806. Джин, что означают эти цифры? Объясни мне. Разницу между 806 и 10. То есть это практически даже может и не связано быть со временем, да? Можно и за короткий промежуток времени получить большой опыт и поднять эти цифры, правильно? Или это у вас какой-то... Нас часто выбрасывают и забывают. Да. Это время не включено в наш опыт исполнения желаний. Понятно. То есть, когда вы не активны, вы ничего не можете и поднять себе, правильно? Свой опыт получить больше. Так. Хорошо. Благодарю за эту информацию. Снимай все. Вернее, всю пыль собирай. Даже вы получаете опыт во сне. Мы лишь проводим время в лежачем состоянии, мечтая о том, чтобы нас нашли. Ну, это действительно тяжело, Джин. Это ж сколько можно пролежать? Очень давно. Я один веками. Раз... Я встречался с одним джином, который очень долго, несколько столетий лежал, и его нашли в пустыне. Какие-то дети палестинские отнесли. Те продали это в Турцию. И из Турции оно как-то попало к нашей клиентке. Вот это он рассказывал всю свою историю. Мне реально было его жалко. Потому что это столько столетий пролежать. И я не знаю, у вас же и сознание есть. О чем ты думал, о чем думать эти все время? Можно же на земле с ума сойти. Мы умеем красиво визуализировать и возвращаться в эти моменты. Это нас спасает в долгие дни ожидания. Он собрал свою синюю пыль, которая была вокруг ее живота. Живот. Хорошо, благодарю. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы. Рассказывай, что ты транслировал, где они стояли. Приступай. Сердечной чакре. Транслировал, собирал? Чувствами ее жил. Какие именно? Которые ее истощают. Которые что? Истощают ее грусть и меланхолия. То есть ты практически изучал ее? Вернее, получал... Изучал ее. То есть ты получал свой опыт, да? И именно на этих чувствах меланхолия и грусть, о которых ты сказал, правильно? У вас нет в вашем мире таких чувств? Они по-другому выражены. А как не можно? Настолько чуткие. А, не настолько интенсивные, да? Чуткие. Ну, чуткие. Как мне слово «чуткие» понять-то в этом контексте? Толстокожие? У нас толстокожие. Хорошо. У вас они тоньше. Они бьют по вашим органам, включая сердце. И не только сердце. Они бьют по всему, по всей нервной системе. Потому что вся нервная система находится во взаимодействии. Если один орган, часть выходит, то вылетает вся система. Хорошо, я понял. Он отключился. И гуманоиду выходить не надо. Давай, просканируй, убери все, что еще там от твоей конструкции, возможно, осталось. От твоих энергий забери все назад. Он снял металлическую конструкцию с чакр. Как она воздействовала, эта металлическая конструкция на чакрах? Перекрывала энергии. Сколько процентов? Она получала 40% из них. Получала она 100%, но из-за того, что у нее была конструкция в виде шапки, переходящая на горло, эта конструкция собирала все энергии, проводила по чакрам 40%. Остальные она связывала с энергиями гуманоида в трех верхних чакрах. То есть 60%. Хорошо. Как круги они у нее. Понял, ждем, пока он все уберет. Он вынес все. Отлично. Команду на рассинхронизацию. Лилии по конструкции.
Ее рвет от этой конструкции гуманоида. Вернее, вырвала. И она говорит, этот постоянный привкус металла. Вот как. Хорошо, гуманоид. Ресинхронизация закончилась. Отлично. Вот как оно все выходит. Я даю команду сканера на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Готово, она чистая. Хорошо. Так, прошли, буду отпускать. Инкуб, ты готов уходить? Да, готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что с собой принес, уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, Джин, готов уходить в свой мир? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. Джин забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Синий дракон готов уходить на свою частоту? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Выходит эмоциональный фантом Лилии и проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также всю низкую вибрационную эмоциональную энергию, генерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Вышел. Большой? Большой. Лилия, вы видите этот шар, да? Негатива. Это ваши эмоции, ваш страх. Вы готовы с ним расстаться? Она говорит, да, знаю, я для этого здесь, чтобы освободиться от всех негативных программ и эмоций. Я просто вам хочу объяснять это все. Хорошо. Вы готовы от этого? Вы готовы избавиться от этого? Да, готова. Хорошо. Демон забираешь? Забирает. И отправляю этот негативные эмоции, энергии демону. Он тебя по животу бьет. Ну да, нажрался, конечно. Хорошо, готов уходить? Готов, отпускай. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте демона 1, 2, 3. И демон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту 1, 2, 3. Хорошо. Закрывая, печатаю, растворяясь в огненную пентаграмму. Есть. Хорошо. Хорошо, гуманоид, твоя конструкция доставила Лилии очень большие проблемы. И Лилия изъявила желание вернуть тебе всю эту боль, не превышая 100% назад. Согласно ее воле изъявлению, устанавливаю на тебя эту конструкцию 1, 2, 3, перепрограммируя ее, выстраивая канал от Лилии к гуманоиду 1, 2, 3, и за одну минуту Лилия отдает назад всю эту боль, которую она получила от этой конструкции и от этого гуманоида в течение одной минуты. 1, 2, 3. Вся боль за эти полтора года возвращается назад мощнейшим потоком. У нее хорошая сила воли. Хорошо, это ее право. Отдавайте всю боль ему назад, все, что вы... Она руки вперед выставила, как-то вот этой всей силой из себя ему как кинула, можно сказать, чувства, эмоции, неуверенность, разочарование, мягкость даже какую-то, я бы сказала. Замечательно. Рыхлую какую-то мягкость, которая ей мешала. Сейчас как выдыхает она. Освободилась от всего. Отлично, хорошо. И согласно тому, что голограмма забирала 60% энергии, забираем у гуманоида 60%. 1, 2, 3. Пошел процесс. Вот так он ощущается, гуманоид. Дело в том, что он подключился к ней, давал 40% энергии, а свои остальные добавлял свои. И сейчас получается все, что она вернула ему, смешалось с энергиями гуманоида, и ему очень плохо от этого. То есть получилось наоборот, что все ее вот эти вот эмоции, которые она вернула. Карма в действии. Вот так вот оно, гуманоид. А как ты думал? Что ты думал? Ты пришел здесь над муравьями издеваться? Нет. Он совершенно к этому не был готов. То есть он все прочувствовал, что чувствует человек. Вот ты хотел опыт, ты его и получил. Хорошо. Все, процесс заканчивается автоматически, когда она всю боль свою вернет ему.
Но он закончился, он скулит, он поменял цвет. Хорошо, снимаю с него эту конструкцию, уходит в соседнюю клетку. Я прошу Ли выйти со мной на связь. На связи. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, гуманоид Ута. Отпускаю, он получил свой урок, достаточно. Хорошо, я надеюсь. Благодарю тебя. Хорошо, гуманоид. Ты понял свой урок? Плачет. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте гуманоида. 1, 2, 3. И гуманоид уходит на свою частоту. Закрывай, печатай, растворяй. Он получил человеческие чувства, к которым не был готов. Вот пусть теперь поплачет, как она плакала. Готово. 60%. Я думаю, его сейчас будет колбасить там. Этих бесчувственных сущностей. Хорошо, у нас там осталась голограмма в клетке, плетка. Конструкция. И конструкция осталась, да? Значит. Посмотри, что там. Голограмму и плетку забрал. Инкуб. Угу. А конструкция гуманоида стоит. Под конструкцией открываю портал в галактическое ядро. И конструкция уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Поехали дальше. Поехали по частотам. Пусть тонкая копия Лилии вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. Она говорит, куда уже счастливее. Это такое счастье осознавать, это ты свободна. 600. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Лилии до значения 600 Гц. Пошел подъем. Она говорит, свет оказывается изнутри, а не снаружи. Абсолютно готово. Верно. Да, на эту ловушку все и попадаются. Все ждут снаружи свет, а он приходит изнутри. Хорошо, Лилия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Бесподобно, счастливо, радостно, свободно. Очень круто. Отлично. Не забывайте скидывать каждый негатив, выдавливать в шар, как мы показали в этом сеансе, и заправляйтесь этими энергиями, поднимайте вибрациями, цифры мы вам указали. После этого дайте время на синхронизацию и гармонизацию, и прочувствуйте. Самое главное, визуализируйте, как вы эти энергии себе представляете. Это ключ. Если вы будете это практиковать, ни одна сущность не сможет войти в ваше биополе. А также выставляете, активируете Меркабу. Меркаба – это универсальная защита, и вы под ней находитесь, сущности, когда ее видят, они уже не входят. Хорошо. Буду возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Лилии в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она говорит, меня распирает от энергии, и я вся радужная. Готова. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Я на месте.